Сегодня официальные сайты органов власти работали с перебоями. Временно были недоступны страницы президента, Верховного Совета, правительства, Минобороны и МИДа. А такая информация позже появилась в телеграм-канале Минцифры. Предположительно, атаки на официальные сайты шли из-за границы. Накануне пресс-службы президента и правительства предупредили о сайтах-клонах. Оба зарегистрированы на территории США. Они визуально похожи на настоящие, но на них опубликована ложная информация. Сегодня такие клоны появились у Верховного Совета, Министерства обороны и МИДа. На экране официальные адреса интернет-ресурсов. Пресс-службы предупреждают, органы власти к созданию сайтов-клонов отношения не имеют и не несут ответственности за информацию, которую на них могут разместить.